Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Бэтмен. Ну, это комикс. И сейчас у нас продолжается эпизод 2. А тут, по-моему, всего 5 эпизодов. Да, они долгие такие. Так, у нас что? Посрались уже с кандидатом этим, кто там? Как двуликий, который стал-то прокурор. Бэтмен, умеешь ты красиво заявиться. Так, ладно, это у нас было уже. Так, хопа. Вперед. Что же вы? Ой-ой-ой-ой-ой. Это у нас соперник тогда. Сейчас сломает нашу игрушку. Нет, пожалуйста, я все исправил. Вряд ли. Так, ему не надо попадаться. Давай. Я там убрал Томаса Уэйна. Это в его духе. Он не знал, когда надо остановиться. Потому я велел его убрать. Вот он сознался. Мою бедную старушку мать этим не исправишь. Я больше не позволю тебе. Ну как же, жди своей очереди, Дэн. Так, убили его все-таки. Сейчас этого накормим чем-то электрическим. Не, выбрасывай его. А где твой друг Брюс Уэйн? Твой главный сторонник. И не явился. Так, ну мы в любом случае спасаем кошку. Так, революция уже началась. Поздно присоединяться. Все кончено, пингвин. Напротив, мы только начинаем. Так как же? Опаньки. Давай. Конечно, кошке помогаем. Хрен на него, на двухликого этого. Хотя он нам проблем потом принесет. Хотя он и так должен появиться. В любом случае, он должен появиться. Я так считаю. Не проверял. Потому что сюжет будем строить именно так. Хотя, как в прошлой серии говорил, в Бэтмене не так, он в кислоту попал. По книге. Попал в кислоту, поэтому стал двухликим. Не стрелять, черт. Вот он. Харви. Где маньяк в маске? Нам тут срочно чего-то там только не надобно было. Ладно. Подкрепление надо. Конечно, подкрепление. Но он всех перехитрил сейчас. Всех. Так, так, так. City Hall is in chaos after Mayor Hamilton Hill was confirmed dead. Подтверждена гибель мэра Хилла. Арестовано несколько членов группировки «Дети Аркхэма», однако пингвин все еще на свободе. Ну да, пингвин на свободе, это для нас проблема. Что, будем анализировать наркоту? Давай. После всего этого ему нужно было, что надо было, ну и надо было. Тем временем скандал вокруг семьи Уэйнов разворачивается, стал достоянием общественности полный список жертв Томаса Уэйна. Да что-то я, Томас Уэйн. Сомнительно, конечно. Все это дело. О, Селена. Надеюсь, она меня-то не обворует. За доброту нашу.
Ты как? Руки-крюки. Нормально? Ноги. Так. Ну, вроде нормально себя чувствует. Это уже хорошо. Адвокаты Брюс Уэйна пока не дают комментариев. Что же? Мы дети Архэма. Мы открыли тебе глаза. Да, конечно. Ребеночек нашелся. Эпизод 2. Дети Архэма. Что, эпизод 2 закончился или начался, или продолжился, или что? А, посмотрите, закончился. Вы облегчили боль Фальконы или заставили его страдать? Нет, мы облегчили. Вы поцеловали Селину. Ну, хотели. Игрок пытались поцеловать. Вы отнесли... отправились к мэру Хиллу, как Брюс. Так, мы как Бэтмен отправились. Вы прекратили финансировать компанию Харви. Конечно, прекратил. Вы спасли Селину или Харви? Так многие ее бы спасли. Давайте продолжаем. Смотрим. Так, эпизод 3, да, у нас сейчас должен начаться, раз этот эпизод 2 закончился. В следующем эпизоде Бэтмена. Давай, а что в следующем? Что это за... реклама. Может, я по другому пути пойду? Да ты спас меня, она все еще не кончена. Ты не знаешь этих людей, Брюс. Городские власти в панике. Так называемые дети Архэма погрузили город в безумие. Но их предводителя, носящего маску, пока не видно. От их руки гибли Хилл и Фальконы. На их всех устах один вопрос. Кто следующий? После известия о том, что твой отец отправил в Архэм невинных людей, весь город хочет видеть твою голову на колу. Уэйны всегда управляли этой компанией, но сейчас... Так, что? Они хотят решить, каким будет твое будущее в этой компании. Неужели Брюс Уэйн действительно стоит этого? Да, конечно! Надо же что-то делать, не могу же сесть, сложа руки. Что тебе от меня нужно? Ты знаешь, чего я хочу. О! Хватит играть! Это не для всех. Брюс Уэйн в конце концов получит по заслугам. Брюс! Кстати, вот этот в маске мне кого-то напоминает. Кого-то, я не знаю, из игры, что ли, или даже из фильма. Такая маска была... А, мультик! Мультик назывался 9. Мультик 9, вот, там куклы были. Так что вот так вот он вспомнил. Где там маска такая знакомая это была? Так, начать эпизод 3. Пока Готэм находится на краю пропасти, а Брюс под атакой слухов, восстает новое поколение суперзлодеев и начинает угрожать традиционным инструментам власти. Давай. Что-то пингвин-то оперился. Ну, такая тоже аллегория. Пингвин, он же чешуйчатый вроде как. Без перьев, наверное, там. Хотя бы, может, и перья есть. Нет, перья есть, мех у него. Какой-то мех. А тут оперился. Как орел. Боб и Регина Целленбрах, я их знаю. Регина председательница там. Кстати, я думаю, что это старые пердуны вот под маской скрываются. В Готэму никому нельзя верить, особенно тем, кого называешь друзьями. Твои родители узнали это. Тебя ждут в аду. Ну это мы все видели. А потом light. Такая легкость, как будто like можно было делать все, что хочешь. И не чувство вины, ни совести. No. Это, кстати, no многим присущество людям. Ни стыда, ни совести. Пингвин не единственный из детей Аркхема. Ну, это мы знаем. Они заставят Готэм заплатить за все. На что подумает Харви? Мы двое, работаем вместе. Ему не надо ни о чем думать. Мы одни? Да, мы одни. Тихо-тихо. Блин, это моя попытка. Давай выбираться отсюда. Почему? Блин, ты обломщица. Динамо! Чтобы было понятно, мы с тобой в шатком положении. Это так, предыдущие, так скажем, наши выборы игры. Это чрезмерное насилие. Конечно. Очень жаль, дамы и господа, возможно, вы догадывались, что в программу сегодняшнего вечера внесены изменения. Бабах! Ведущего убили. Хладнокровно. За что? Да, нет, ее мы спасем. Вот, мои угнетенные братья и сестры из Готэма. Бояться нечего. Мы дети Аркхема. Да какой ты дети Архана, ты опухоль. Ну, человечество.
общество. Враг общества. Опухоль человечества. Вот ты кто. Так, мне интересно знать вообще, кто его спасал-то? Или пытался спасти? Эта игра адаптируется к выбору, который вы делаете, и сюжет меняется в соответствии с вашей манерой игры. Но финал-то один. Я так, ну, я думаю, что финал, скорее всего, будет один. Просто каким путем мы к нему идем? Так же, как в Готике. Можно идти разными путями, но финал будет один. Убить спящего и сдохнуть там в пещере. Центральная больница Готэма. Мэр Дент, знаешь, я всегда думал, что Харви победит, но не так. Победил по умолчанию. Возможно, он злится из-за того, что не получил лавры честным путем. Эй, с Харви все будет хорошо. Ты этого не знаешь. Мне просто все интересно. Почему ты это делаешь? Ты был нужен Харви. Почему ты спас меня? Харви твой лучший друг, а вот хрен там, он от меня отказался в самый последний момент. Итак. Ты дорога мне. Вот так вот. Я сделал это, потому что ты дорога мне. Что ж, возможно, тебе не стоило. Стоило. Мне кажется, я не смогу. О чем ты говоришь? Я не смогу видеть, как. Я просто не могу. Ладно? Так, я не хочу делать это в одиночку, ты нужна ему. А, я понимаю, конечно, зачем тебе видеть? Что, я не человек, что ли? Все хорошо, я понимаю. Я иду тебе навстречу, запомни. Правда? Конечно, я не виню тебя за то, что ты не хочешь быть здесь. Спасибо. Пожалуйста, Брюс, не говори ему, что я была здесь. Я не думаю, что он поймет. Готэм еще не отправился от прошлых недели. После отравления и последующего убийства мэра Хилла, Харви Дент остался без альтернативы и после недовольно неразборчивого, ну, чего-то там. Короче, присягу ему принять и вступить в права. Эй, Брюс. Мне жаль. Харви, что это произошло? Эй, это не твоя вина. Конечно, не моя. В любом случае, мне жаль. На самом деле, я даже себя еще не видел. Они все еще время завертывают меня, и все жутко онемело. Может, не все так плохо? Ой, поверь, считать только то, что внутри. Считается только то, что внутри. Ты всегда будешь для меня красивым, Харт. Так обычно говорят девушки, которые никто не пригласит на выпускной. Хотя я ценю твои страдания. Страдания. Что у тебя там? Я принес тебе немного цветов. Ну ты же болеешь. Хотя я вижу, что я не первый. Моя мать и секретарша. Мечта каждого больного мальчика. Женщина, которая, как я думал, придет или хотя бы позвонит, не сделала этого. Селина не говорила? Я думал, что она хотя бы придет поздравить меня. Полагаю, мы были не так близки, как я думал. Давай, забудь о ней. А может, из-за того, что я так выгляжу, лучше о ней забыть. Я надеялся, что у тебя будет побольше оптимизма. Возможно, ты прав. Так, ты запомнил это? Чё? Однако я рад, что ты здесь. Это просто бесит. Сидеть здесь и ничего не делать, кроме как думать о том, что произошло. Хотел бы я заставить себя полностью выключить это, наблюдая запись дебатов снова и снова. Я проповедовал о том, какой ты отличный парень, а потом получил по голове. Все просто. Так, ладно, не мучай себя. Не рви жопу. Не поступай так с собой. Ты не можешь ничего сделать, чтобы изменить произошедшее. Я знаю это. Но вот он я. Поверь, тебе нужно остановиться. Я был беспомощен, Брюс. Я не мог ничего сделать. Пингвин бы просто забил бы меня до смерти.
Спасибо. Да пожалуйста. То, что они сделали с Хиллом, с ведущим, мне придется с этим жить. Ну, его вообще хладнокровно убили. Но ты их слышал, пингвин и этот маньяк на экране. Это еще не конец. Мне нужно опередить их. Так. Бэтмен не дал им убить тебя той ночью, но они попытаются снова. Я не буду прятаться от них, Брюс. Во всем сегодняшней речи. Конечно, не прячься. Подожди сегодня. Моя секретарша уже на пути сюда, чтобы забрать меня. Из-за выборов я смог уговорить врачей выпустить меня пораньше. Не то, чтобы они слишком слушались меня. Все доктора говорят мне. Будет хорошо. Так, делай то, что должен. Делай то, что должен, Харви. Я знаю, как много эти выборы значили для тебя. Спасибо. Хорошо, что кто-то это понимает. На моем месте ты поступил бы так же, поэтому я даже не пытаюсь уговорить тебя не смотреть эти кассеты. Я знаю, как сильно ты любил отца, Брюс. Эти дебаты были сложными и для тебя тоже. Узнать, что твой отец накачал наркотиками, Хилл признаться в том, что они оба были убиты, это все было нелегко. Так, он причинил боль невинной женщине. Я не верю во все это, давай. Я продолжаю переживать все это. Я не думаю, что те кассеты были настоящие. Должно быть, это фальшивка, измененная, чтобы выглядеть иначе. Надеюсь, ты прав, но это тяжело будет доказать общественности. Слушай, я понимаю, каким ужасным другом был тебе. Это правильно. Понимай. Я так сосредоточился на кампании, я думал, что если отдаться тебе, то у меня все будет шанс. Мне жаль. Ага. Давай, вот так. Тебе не обязательно объяснять мне все, Харви. Это было правильное решение для твоей компании. Я это так это запомнил. И все же я оставил тебя, когда был нужен. Не таким другом я себя видел. Ну, посмотрим, каким другом ты станешь. Что это? Символ Бэтмена. Исходит от ближайшего полицейского участка. Это единственный способ привлечь внимание этого парня. Ты это видел? Ну, конечно, я это видел. Мне нужно идти, Харт. Уже? У тебя есть какие-то дела? В течение следующего часа. Так, это Альфред. С ним все в порядке? Да-да, ему просто нужно поговорить со мной. Конечно, давай. Передай старику от меня привет. Не заподозрил или заподозрил? Отдыхай, Харф. Спасибо, Брюс. Ага, вон какой он злой. Или так кажется, что он злой. Из-за того, что щеки нету, он скал. Ну давай. Получили еще одного злодея, который будет пользоваться двумя пистолетами. Бах-бах-бах! Вот так вот будет стрелять. Бросая монетку. Кстати, монетку он бросал. Монетка вроде тоже в кислоте пострадала, да? Подразделение 6. Преследую подозреваемых. Это дети Архема? Может подождать? Нет. Может поддержка? Никак нет. Понял, не упускайте их, мы что-нибудь придумаем. Немного помощи не помешало бы. Держитесь там. Они знали, что мы будем там, Джим. У нас не хватает офицеров, чтобы справиться с ними. Слушай, Глория, не хватает людей, я делаю все, что могу. Делаю все, что могу. Меня посылают. Мне нужно идти. Давай, рассказывай. Это прожектор, Джим, на нем летучая мышь. Если ты дашь мне номер телефона, то я буду тебе звонить. Я просто рад, что это привлекло твое внимание. У меня маловато вариантов. Давай, это хорошая идея. Итак, мы на месте. Неплохая идея, я впечатлен. У меня получилось и тогда, и сейчас. А лучше арестую тебя, чем приму у тебя помощь. Но правда в том, что мы в отчаянии. Я предлагаю перемирие. Просто на сегодня. Введи меня в курс дела. Ранее Монтойя, один из моих офицеров, та, что пыталась застрелить меня, я знаю, но выслушай меня. Она пыталась очистить свое доброе имя, но потом эти животные манипулировали ею. Она должна была уйти в отпуск, но
сорвалась в химический притон детей Архема. Слетела с катушек. Ага. Она там одна, и я не могу отправить к ней никого в качестве прикрытия. Я сказал ей ждать, но это личное дело. Давай. Тебе я помогу. Я найду ее, мы справимся с детьми Архема вместе. Внезапно эти дети Архема оказались повсюду. Откуда, черт возьми, они появились? Я никогда о них раньше не слышал. Это... Так, покончи так. Просто сосредоточься на том, как покончится. Давай. Спроси Каблпота. Тебе нужны ответы? Спроси Освальда Каблпота. Каблпота? Да? Я устрою ему допрос. Гордон, это Шульц. Прием. Гордон на связи. У нас возникла проблема с мэром. Что случилось? Он в порядке? Я не знаю, мы его потеряли. Он оторвался. Боже, еще один кризис, о котором я не хотел слышать. Мы должны спасти Монтану и Дента каким-то образом. Я этим займусь. Ты здесь? Всегда. Запускай дронов, мне нужно увидеть город. Люциус провел кое-какие улучшения, я позволю ему объяснить. С кем ты разговариваешь? У тебя есть целая команда или вроде того? С другом, который может помочь. У этого друга есть имя? Итак, связывает вас с делом разработки Уэйна. Бэтмен. Итак, слушай. Первая модель была разработана для визуального наблюдения, но учитывая то, как вы пользовали их в клубе Skyline, полагаю, вам можно их усовершенствовать. Микрофоны, наверное, чувствительные. Они могут улавливать звуки на расстоянии 500 ярдов. В некоторых случаях вы даже сможете слышать сквозь стены. Так, надо похвалить его. Хорошая работа. Спасибо, я скоро свяжусь с вами. Все любят, когда их хвалят. Есть идеи, где они могут быть. Машину Монтойя видели пересекающий мост к острову Архам. Возможно, там будет происходить передача. Что насчет Харви? Возможно, он отправил за своей речью для церемонии. Возможно, он отправился за своей речью для церемонии избрания. Он просто ушел из больницы, когда они потеряли его из вида. Ну, правильно, ему же присягу надо принимать. Клятву давать. Так, вот строительная площадка. Что, слушать? Просто забудь об этом. Лучше уже не будет. Но у вас идет кровь. Тогда пусть Готэм увидит это. Это? Я же сказал, все в порядке. Эта машина преследует нас с самой больницы. Боже, они пытаются столкнуть нас с дороги. Что за... Проклятие. Так. Слушай, нужно перевести 50 бочек этой штуки. Не очень много времени, чтобы... Так, они сказали, что это надо сделать сегодня. Значит, это должно быть сделано, если хотите... спорить с ним, то пожалуйста. Ну, конечно, то ли одна жизнь, то ли несколько. Просто следите за тем копом. Всем стоять, это полиция. Взять ее. Давай, перемещаемся сюда. Я направляюсь в строительную площадку, тем более я обещал это копу. Отправь за Харви всех, кого сможешь. Я мобилизирую всех офицеров, которых смогу найти. И я сам тоже буду там. Я знаю, это рискованно, Бэтмен. Просто будь осторожен. Ну, и все. Эпизод 3. Почему? Три буквами. Подразделение 6 запрашивает подкрепление. Новый мировой порядок. У нас здесь серьезная ситуация. Несколько вооруженных подозреваемых. Конечно. Вооруженные люди — это уже беспорядок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Убили Харви. Убили Харви. Убили. Почему Харви и мэр, и Харви Квин? Что, так же, как Саша. Ой. На. Игра клавиш начинается. Хопа. На. Что еще можно сделать? На. Высоко
он еще живой. Спасибо, что вернул. Это мой. Бэтмен, берегись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На. На. Блин, как я его четко, да? Все кончено, брось пушку. Слушай, я обещала, что не буду стрелять в тебя, хорошо? В прошлом я думала, что ты опасен, но я ошибалась. И у нас обоих есть проблемы посерьезнее. Мне жаль. Ты можешь меня простить? Да хрен. Так, ну я-то тебя прощаю, так, мне не нужны твои извинения, тебе стоит... Ну, конечно, я прощаю тебя. Только не убивай его. Все хорошо, это в прошлом. Я прощаю тебя. Спасибо, эти слова, сказанные тобой, значат много. Только не убивай его. Не знаю, о чем я думала, когда решила прийти сюда в одиночку. Я чуть все не испортила. Я могла погибнуть. Давай, давай, сделаем хотя бы, дадим тебе надежду. Не веди себя, ты сделала сегодня много хорошего. Иногда риск бывает оправдан. Я буду иметь это в виду в следующий раз. И все еще не понимаю, как они узнали, что я иду. Будьте начеку, копы только что послали 3 черно-белых, чтобы спасти Дента от наших ребят. Так, меня кто-то прослушивает, что ли, или что? Судя по переговорам с ними, Гордон. Кто-то должен спасти Гордона. Они знают. Иди посмотри, что я смогу найти здесь. И не собираюсь. Я не собираюсь сдаваться. Я не собираюсь. Надо Гордона спасать. Хороший мужик. Так. Вот она может, кстати, быть с ними заодно. И сделать вид, якобы поймала всех. Альфред, с вами все в порядке? Да, но они знали, что я приду. Похоже, они узнали о планах полиции, сложно сказать как. Мне нужны новые данные о Харре. Передаю. Добро, ложись. Мистер Дент, что с вами? Я сказал, вернитесь в машину, сюда идут остальные. Бросить оружие. Их слишком много, все в укрытие. Там лучше... Что там лучше? Там лучше не ходить. Туда лучше не приезжать. Ну так это мы и так знаем. Вау! На крутой тачке. Ну вот такую тачку вот в нам в городах, чтобы все охренели. Как классно. Сам бы на ней рассекал. Всем на зависть. Ой-ё. Ой-ё, ничего себе он напечатал. На 3D принтере. Он говорит, это самооборона. Ходит новый мэр доволен. Так, выходит, новый мэр довольно крутой. Убил одного из этих парней голыми руками. Ну да. Это сделал Дент. Полагаю, этому парню повезло, что Дент добрался до него раньше тебя. Так. Чему ты клонишь? Что ты хочешь сказать? Если тебе есть что сказать, то говори прямо. Мы все знаем о твоих методах. Тебе нравится их калечить, правда? Они не умерли, но очень хотели бы. По крайней мере, этот умер быстро. Нас просто поимели. Они знали, что мы придем. Как? Мы использовали зашифрованный канал вместо рации. Хочешь сказать, у нас утечка? Я так и говорю, у вас утечка. Гордон, штабу, кто-нибудь меня слышит? Штаб на связи, что случилось, Гордон? Выключи это. Что? Связь была взломана. Дети Архема прослушают переговоры полиции. Гордон, Гордон, прием, вы нас слышите? Так, давайте узнаем. Я собираюсь разобраться с этим, я дам тебе знать, когда что-нибудь выясню. Давай. Господи, уже в то время думали, что уже такие технологии будут. Ну, так оно и есть. Технологии не стоят на месте. Что, не расстраивайся ты так. Брюс?
Брюс, связь с полицией была взломана. Дети Архема прослушивали все это. Как? Именно это я и пытаюсь выяснить. Альфред, я передаю доказательства зашифрованного сигнала связи некого рода. Он появился у меня на экране, но для меня это все похоже на тарабарщину. Мне нужно вернуться в башню Уэйнов и подумать над этим. Свяжись с Люциусом. Да, одну минуту. Если общественность узнает, что полиция не может установить связь... Так, он их лидер. Люциус ответит на наши вопросы. Давайте, он сделает ошибку. Начнется паника, именно это хотят дети Архема. Массовый хаос, похоже, что так. Пингвин предпочитает вести дела. Я установил связь с Люциусом. Брюс, вы там? Я просматриваю данные, которые мне передал Альфред. Они запутаны. Ну, конечно, запутаны. Я должен знать, что планируют дети Архема, как быстро ты сможешь расшифровать их. Это сложно, но я должен вскоре взломать их, если вы сможете встретить меня у башни Уэйна. Уже направляюсь туда. Давай. А я лечу. Спешу, лечу. Башня Уэйна. 7:29. Господи, так кто с такой мордой недовольный там? И эти с мордой недовольны. Да пошли вы нахрен, еще морду кривите. Сын не в ответе за своего отца. Еще немного, Люциус. Жду вас в лаборатории. Есть некоторые аспекты, которые вызывают у меня беспокойство. Отлично. Чего Брюс. Отлично? Брюс, Chairwoman. Госпожа председатель, не ждала вас здесь увидеть. В трудные времена я обращалась к Томасу за подсказкой. Наверное, это покажется глупым после всего, что случилось. Знаете, что говорят о старых привычках? Да мне вообще похрену. Так. Давайте узнаем, почему она здесь. Что она мне что-то сказать хочет, если пусть говорит в лицо. Почему я обязан этим удовлетворить? Прошу прощения, мне просто надо было проветрить голову, собраться с мыслями. У меня в кабинете. Понимаю, это выглядит необычно, но иногда приятно вспомнить об Уэйнах во всех их славе. Жучков натыкало, поди, тварь. Меня вызвали на экстренное заседание совета. Мне о нем не сообщили. Вас не пригласили, Брюс. Учитывая все происходящее, вы вообще вряд ли должны здесь находиться. То есть у меня есть компания, я нанял людей, и эти люди решили, что я не нужен компании, и просто у меня ее отжали. Это просто захват. Просто ты что-то создаешь, а у тебя просто это, твои же сотрудники отжимают. Это бред. Американщина. Совет директоров собирается обсудить вас, станут решать, каким будет ваше будущее в компании. Вот видите, а ведь это моя компания, мои деньги, следует ли вам... с вами расстаться. Вы должны понять, Брюс, компания значит больше, чем любой отдельный человек. Нам нужно сохранить лицо. Да я сейчас тебе лицо помну нахрен. Так. Они не могут меня уволить. Давай, я-то не сделал ничего плохого. Я-то тут при чем? То, что мой отец... Я не он, Регина. Я никогда бы не применил жизненных невинных людей на свободу выгоду. Я знаю, Брюс, но вы должны понять, желания общественности не всегда совпадают с нашими. Да пошли вы нахрен со своими общественностями. Весь город ждет, каковы будут ваш следующий ход. Кстати, вот здесь вот я хочу, как сказать, обратить внимание, какое ваше мнение? Как бы вы отреагировали, если бы вы создали компанию, наняли людей, и у вас бы их попытались бы отжать, вот как вот сделано здесь. Это, кстати, в практике американской, ну и вообще западной, очень даже процветает такая штука. Что бы вы сделали на этом месте? Ну ладно, давайте продолжим. Брюс, есть новости. Спуститесь ко мне, пожалуйста, срочно. Я много лет работала с вашими родителями и ни разу не замечала никаких признаков грязной игры. Откуда вам было это знать? У вас нет с ними ничего общего, Брюс. Наши близкие всегда кажутся нам лучше, чем они есть. Так, скажите это совету. Да, спасибо, скажем. Один хрен, ничего.
чтобы не грубить. Ценю ваше сочувствие, Регина, спасибо. Я хочу сказать то, что уже говорила. Такие семьи, как наши, с вами должны держаться вместе. Сейчас, возможно, больше, чем когда-либо. Мне надо идти в зал. Не хочу, чтобы решение принимали без меня. Так и без меня. Встретимся после заседания. Ни хрена буквы не видно. Люциус, я сейчас спущусь. Давай. Что, надо как-то переставить? Так, открыть доступ к лаборатории. Рокировку, вот так. Вот так вот это все и работало. А это что такое? Ага, не все так просто. Вот у меня какая там. Ох ты, да хрена, если зашел, то все, это твоя могила. Давай, суй глаз. Или что, лицо полностью сканируется. А в каком-то Бэтмене же там тоже в пещере там такие штуки стояли, но они меня полностью сканировали, чтобы запустить меня. Ну и в тюрьме, кстати, тоже. Приятно знать, что она все еще на вашей стороне. Снова шпионите за моими разговорами? Эй, я о вас беспокоился. Ходили слухи, что совет скорее собрался. Если бы вы потеряли компанию, Бэтмену тоже будет нанесен огромный урон. Так, Бэтмен ни перед кем не отчитывается. Это все затихнет. Я знаю, в пещере отличное оборудование, но все это принадлежит компании и оплачивается тоже. Совет паникует, но это закончится раньше, чем до этого дойдет. Рад, что вы полны оптимизма на этот счет, но я бы не был так уверен. Сейчас важнее выяснить, как дети Архима шпионили за полицией. Это... Брюс Уэйн, так. А как вы знаете, Уэйн Энтерпрайзис это... технологии. Если кто-нибудь скажет, создаст в этой системе черный код, ты хочешь сказать, что дети Архима взломали нашу систему? Похоже на это. Вы хотите сначала услышать хорошие, но... новости или плохие? Ну давай хорошие. Просто выкладывай. Простите, что хотел поднять настроение. Черный ход, который они используют, его создал я. Ты? О чем ты говоришь? Когда началась ваша миссия в качестве Бэтмена, вам нужно было обозревать весь район. Так что же это? Так что ж, это то, как я злоупотреблял вашим сигналом Уэйн Энтерпрайзес. Но если дети Архема имеют доступ к той же системе, значит ли это, что они знают, кто я на самом деле? Ну вот это, кстати, вопрос вопросов. Похоже, что они получили достаточно доступ только к переговорам полиции, другой активности не так много. Я скажу Альфреду, чтобы он предупредил Гордона, полиции нужно избавиться от всего этого. Хороший ход. Альфред, есть новости. Что случилось? Люциус что-то нашел. Так, скажите Гордону сломать его коммуникатор. Так, позвонить. В полицию надо позвонить. Я хочу, чтобы ты позвонил в департамент полиции Готэма. Что происходит? Все в порядке? Со мной все в порядке. Просто скажи им, что их связь взломана. Им нужно избавиться от всей техники. От Уэйнтех. Сейчас, сэр. Я зашифровал наш доступ. Я могу укрепить канал, но потребуется время, чтобы выкинуть их из системы. Остается главный вопрос. Как, в свою очередь, дети Архама узнали о черном ходе? Так. Хилл забрал мой компьютер. У нас есть крот. Так. Хилл забрал мои компьютеры. Давай, вот так вот. Когда в особняк нагрянула полиция, у Хилла оказалось множество компьютеров Уэйн. Должно быть, он отдал их детям Аркхема. Уверен, чтобы спасти себя.
Послушайте, я буду продолжать работать над этим делом, но дети Архема узнают, есть ли способ полностью отключить их доступ. Лучше бы запретить эту штуку, лучше запереть эту штуку в безопасном месте. Просто на всякий случай. Так, ну давай, еще раз поговорим. Люциус, поговорим. Что-нибудь новое, это займет какое-то время. Не волнуйтесь, я дам тебе знать, когда что-нибудь выясню. Хорошо. Фотография, давайте посмотрим, что там. Тиффани правда очень похожа на тебя. А Люк упрямый, как всегда. Я думаю о том, чем стал Готэм, я думаю о них. Они дают мне все основания работать с Бэтменом. Он единственный, кто по-настоящему защитит их. Вот. Он защитит Люциус. Наконец-то в меня кто-то верит и поддерживает меня так же, как Альфред. Господи. Есть все-таки мозги у людей. Всегда. Так, давай, что тут у нас? Белая доска. Ну, давай, что? Хрен его знает, что-то по-английски. Так, о, бомба или путь, так. Стол, давайте осмотрим. Так, интересно, чем... Так, мне всегда было интересно, зачем вам стол, который может спрятать сам себя. Похоже, сейчас он нам пригодится. Поверь мне, это была паранойя, а не предосторожность. Так. Давай, дрон, смотрим. Что это? То, над чем я все еще работаю, кое-какое новое вооружение, чтобы помочь вам в битве. Хотя вы и так много по-прежнему можете сделать самостоятельно. Но оно еще не готово. Ну ничего страшного, я подожду, я терпеливый. Так, о, бомба-липучка. Смотрим, что это за бомба-липучка. Так. Проверить. Новая бомба-липучка, которую я разработал, сигнал активируется. Так, разместите ее там, где необходимо, затем взорвите дистанционно с помощью перчатки. Вот, кстати, это да, удобно. Бум. Будьте осторожны, у этих штуковин серьезный заряд. Так, это... А, я забрал! Ну, это уже хорошо, так вот. Шлем, маска. Ну, как правильно, маска, шлем. Ну, хотя маска, да, называется. Тепловизор. Вы, Люциус, времени зря не теряли. И вот какая-то штука. Проверить, давай. Бэткрюк. Не уверен, что когда-нибудь заберу чего-то такое же. Интересно, все ли из-за того, что он... Короче, хороший ли он, и неизвестно. Он еще, как понимаю, это все разработки. Типа как усилитель Бэткрюка и тому подобное. Это вот что такое? Взломщик? Нет? А, нет, это тот, чем я кидаюсь. Что еще есть? Так. Вроде все, да, посмотрел? Здесь ничего нету? Ну, давай. Посмотрим новости. Прошлой ночью недавно избранный мэр Харви Дент сделал волнующее заявление. Опроверг слухи о старой старухе. Шучу. Заявление поверг слухи о том, что дети Архема контролируют Готэм. Ну, конечно. Несмотря на процент, на прецедент с группой в масках, люди все еще надеются, что мэр Дент сможет выполнить свои предвыборные обещания. Надеетесь. За что в действительности сражаются дети Архема? Кого на самом деле защищает Бэтмен? Не нас. Настало время нам, а не дружинникам в масках и бандитам экстремистов сражаться за себя. Ты чё за дебилизм? Я сражаюсь за Готэм каждый день, и я прошу вас присоединиться ко мне. Вот я ему жопу в виде Бэтмена не спас, и теперь начинается. Он не нас спасает, он... Иди ты нахрен, я почему должен всех спасать-то? С чего? Обязан, что ли? А если бы меня не было, на кого бы ты тогда грешил? Это вот то же самое. Вот
как кто он там этот был-то? Хэнкок. Фильм Хэнкок. Если бы он бы его бы не было, кого бы они винили? О, никого винить некого, все. Все вечно что-то недовольны. Мы гордые жители Готэма, и это наш город. Далее мы поговорим с комиссаром Гордоном относительно повышенных мер безопасности по всему городу. Ну все, так, новости посмотрели. Так, ну что, у меня только стол остается. Спрятать устройство. Похоже, Регина отправила в мой кабинет. Мне нужно идти. Отправилась. Перед тем, как пойти, кое-что тебе дам, да? Ну, давай. Вот. Возвращайтесь к бэткомпьютеру. Я установлю дополнительные протоколы безопасности. У вас такая, также будет информация об всех активностях детей Архема в системе, которую я смогу найти. Вот это спасибо. Спасибо, Люциус. Я всегда прикрою вас, Бэтмен. А теперь убирайтесь отсюда. Регина не любит ждать. Ой, ни хрена себе. Это меня. Не любят ждать еще. Вообще, уволю нахрен всех. Разгоню, блин. За ненадобностью. По причине неисправляемости с работой. Че, не найду причин, за что уволить. Найду, конечно. Закрываем. Рокировку обратно делаем. Шахматная доска. И вообще коня забирать. Карман. Мистер Уэйн. Брюс. Откройте. Open up. Open. Хрен тебе. Не открывай. Я подумала, что вы ушли. Да, правда. Что ж, совет проголосовал. Они послали председательницу с топором палача. Вы должны уйти в отставку с должности генерального директора. Немедленно. Да, это совершенно невозможно. По крайней мере, до тех пор, пока этот кризис не разрешится. Я этого не сделаю. Брюс, это моя компания, мое имя. И это имя стало причиной, по которой мы попали в эту ситуацию. Кто это мы? Идите нахрен, я вас на работу принял. Это не просьба, Брюс. Я просила не спешить со всем этим, но пока мы разговариваем, готовимся к пресс-конференции, утром состоится публичное мероприятие, на котором вы официально объявите о вашей отставке. Мне жаль, Брюс. Я пыталась бороться за вас. Совет считает это единственным логическим решением. Что за совет? Почему меня не приняли? Расстрелять его нахрен. Так, спасибо, что пытались. Все, что угодно ради корпорации. Ну давай, поблагодарим и тебя. Я очень признателен вам за попытки. Не стоит благодарности. Я тоже считаю, что не стоит. Просто был вежлив. Наши акции падают, совет теряет веру. Wayne Enterprises нужно новое лицо. Ну, сейчас я тебе дам лицо. У них уже есть один кандидат. Думаю, это было... Я была в меньшинстве. Так, а кто кандидат? Помните, что он займет пост генерального директора лишь на время, пока этот бардак не закончится. И кто бы это мог быть? Давай, двулики, нет? После не Каблпот. Каблпот. Асфальт. Я так и думал, но это все сделано нахрен. Вот так вот. Вот это, я не знаю, это не нож в спину, это ядерная боеголовка в спину нахрен. Брюс, old boy. Good to see you. Брюс, старый друг, рад снова тебя видеть. Это хрен-то там. Это ты меня сверг. Какое холодное приветствие. Как вы знаете, родители Освальда были жертвами действий вашего отца. Эта компания была построена на земле, которую он украл у семьи Каблпот.
Совет решил, что если я появлюсь на сцене, то это будет хороший пиар-ход. Что может быть лучше, чтобы показать Готэму, что Уэйн Энтерпрайзес стремится исправить ошибки прошлого? Рад помочь всем, чем смогу. Люди сейчас не очень-то доверяют имени Уэйнов. Так. А что насчет революции? Ты уверен, что можешь справиться с этим, Освальд? Разве тебе не нужно управлять некой революцией? Я замечательно справляюсь со множеством задач сразу. Совет абсолютно уверен в мистере Каплпоте, поскольку в его резюме есть замечательные детали. Его достижения в Англии были крайне успешными. Вот это вообще-то... досье еще вы его не видели, нахрен. Вот почему всегда так? Вот чем человек поганее, тем его наверх продвигают. Стараются. Он наркоман бывший. Но он же бывший, да, бывших не бывает наркоманов. Он убийца. Ну он же не убивал беременных, но он убивал детей. Ну не беременных же детей. Что за бред у них такой, логики ноль. Кроме того, в данный момент компания в основном является самоуправляемой. Генеральный директор скорее номинальный глава. Не усложняйте без того сложное положение. Так. Проверьте его резюме. Вам не захочется проверять ваши факты. Это резюме звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Возможно, вам стоит больше доверять своему совету. Его резюме было проверено, а его рекомендации безупречны. Вы вполне можете позвонить им сами. Это не обязательно. Боюсь, что вам придется покинуть здание немедленно. Мы пришлем вам личные вещи. Ох ты, падла! А я тебе еще, будь любит, надо было в шею тебя гнать, скотину. Мои поздравления, Брюс, я очень вами горжусь. Альфред. Как мило. Выпускной подарок? Конечно, мы позволим ему взять это с собой. Уронит. Ах, Брюс, какой неуклюжий, неудивительно, что тебе больше не доверяют хорошие вещи. I'll call someone in to clean that. Я вызову кого-нибудь, чтобы убрать это. Так, ну я не буду ударять, я не буду опускаться до этого. Хотя надо, ну не буду. It'll only take a minute. Я займусь так. Now. Сейчас же. It's all right. Все хорошо, и у Брюса сегодня и так был сложный день. Да, Брюс? Похоже, разбилось. Not a good sign. Дурной знак. Time to go, Bruce. Вам пора, Брюс. Yes, Bruce. Да, Брюс, тебе пора. Мне нужно тут кое-что переделать. Your taste is a little... Твои вкусы для меня немного сдержанные. Так. К черту тебя послать. Нет, нет, не надо к черту посылать. Так. Угроза. Я знаю, кто ты на самом деле. Не надо. Вот так вот. Тебе с рук не сойдет, я об этом позабочусь. Ой-ой, это угроза? Я просто в ужасе. Мне не нужно тебе угрожать. Сюда, Брюс. Вот так вот, лишились компании. Вот тебе и третья глава. Ладно. Вот и поговорили. Я попрошу... сетевого администратора настроить ваше рабочее место. Чудесно. Большое вам спасибо, Регина. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.